Томсо, скажи честно, тебе надоела эта работа? Ты потихоньку уходишь. Судя по тому, как ты умалчиваешь популярные происшествия, кажется, ты решил уйти. Наверное, Лина. Я тебя уважаю, но люблю и симпатизирую Ингушетии. Очень жаль, что ты не любишь своих братьев. Так сейчас большинство чеченцев прислуживают фашистской власти. Ну нет, это неправда. Как может большинство чеченцев прислуживать? Томсо, а если в России, допустим, жили бы только русские, ты бы нас ненавидел всех? Нет, конечно, нет. Томсо, ты призвал суннитов Азербайджана быть на стороне лезгин, чтобы эти отделились. Здесь явное разделение со стороны тебя на шиитов и суннитов. Как после этого ты можешь обещать нам, что подобный подход не будет между Осетией и Ингушетией, если будет Кавказский Эмират? Ведь ты говорил, что мы должны доказать осетинам, что мы братья, а тут с лезгинами другой подход. Так я же, во-первых, никогда не говорил за Кавказский Эмират, никогда за него не был его сторонником. Я наоборот говорил, что и Осетия должна быть отдельным государством, и Ингушетия должна быть отдельным государством. При этом все должны быть в едином союзе. Так-то у нас еще Грузия, вы не забывайте про Грузию. Это вообще христианское государство, в большинстве жителей Грузии являются христианами. Однако это тоже часть Кавказа, и они тоже должны быть с нами в одном союзе. В одном едином Кавказском союзе. Что касается разделения на шиитов, суннитов, это не Тумсо разделил. Это разделение существует более 1000 лет. Поэтому это не Тумсо так делил. А что касается лезгин, здесь вопрос не религиозный, это вопрос чисто политический. И я сказал, что мне непонятно, когда азербайджанцы, называющие себя сунниты, не понимают лезгин, которые в основе своей сунниты. Вот о чем говорилось. Но сама тема, это все-таки не религиозная, а чисто политическая. Так что это не совсем, я не знаю, для начала вам нужно, наверное, понять, что такое Кавказ, какие народы, государства, какая территория входит в Кавказ. Когда я говорю про Кавказский Союз, надо понимать, что это не про весь мир я говорю. Что под Кавказским Союзом я определяю только Кавказские республики, территорию Кавказа и народы, которые исконно, как бы автохтонно являются кавказцами. А если и это вы считаете разделением, тогда, ну, тогда и к вам вопрос, почему тогда не весь мир? Почему вы пытаетесь какую-то часть все-таки удержать? Давайте тогда говорите за весь мир. Раз мы исходим из каких-то реалий, из каких-то территорий, народности, какой-то общности в культуре, в традициях, в религии и так далее. Но тогда не осуждайте и нас, что мы, исходя из этих реалий, пытаемся хоть что-то возможное, как бы агитировать о чем-то возможном. Вы не должны нас за это осуждать. Томсо, скажи честно, тебе надоела эта работа? Ты потихоньку уходишь. Судя по тому, как ты умалчиваешь популярные происшествия, кажется, ты решил уйти. Наверное, новости Кавказа не читаешь. Ну, значит, надоела ли мне работа? Нет, не надоела. Насчет того, что я умалчиваю популярные происшествия на Кавказе, ну, приведи пример такого происшествия, которое я умалчиваю. Наверное, новости Кавказа не читаю, но бывает, честно говоря, что я и не читаю, что-то могу пропустить. Такое бывает. Бывают дни, когда просто ты, ну, не мог, не успел даже зайти и почитать новости. Такое тоже бывает. Но я же вообще не по новостям, не это моя специализация. Вы никогда здесь не видели, чтобы я брал новости и по ним проходился. Я могу что-то прокомментировать, какую-то новость, но целью моей работы не является изучать полностью картину этих новостей и как-то их комментировать. Размышляющий. Ассаляму алейкум, ахи, с днем рождения, да, не только в этот день, а каждый день, амин. Выходит, я взрослее тебя на 24 дня. Салам аш алду бусулба вежершка. Ва алейкум ассалям ва рахматуллах баракату. Аллах рейсхил. Я хочу напомнить для наших братьев, мусульман, что мы, мусульмане, не празднуем дни рождения, и мы не поздравляем с этим днем, и не принимаем поздравления с этим днем. Поэтому, когда это делают не мусульмане, русские люди, понятно, что они не знают об этом, они, наоборот, таким образом показывают свое уважение к нам, и мы поэтому отвечаем, ничего против них не имеем. Но мусульмане не должны друг друга поздравлять с днем рождения и принимать эти поздравления. Поэтому я прошу, не пишите вот эти вещи,
типа да, алды халвой и так далее. Мы с вами уподобляемся кадыровцам, когда так делаем. Здравствуй, Тумсо, скажи, пожалуйста, как ты относишься к русским, не к России? Уважаю тебя и твою деятельность и продолжу уважать, но мнение твое интересно, не серчай за неумный вопрос. Здравствуй, Максим Разумов. Я отношусь к русским людям нормально, так же, как и к любым другим народам. Я не националист, не нацист и не разделяю людей по их национальному признаку. У меня к хорошим людям отношение хорошее, к плохим – плохое. К России у меня отношение негативное, но в России проживают не только русские, а разные народы. То есть это у меня отношение к государству, к ее политическому руководству, к ее войскам, вне зависимости от того, каким там, народам они принадлежат. Сегодня к этой же России относятся и часть из моего народа. Чеченцы тоже ведь сегодня есть такие искренние коренные россияне, даже герои есть в России. И к ним у меня еще больше презрения, допустим, чем к русским или чувашам, или хантам, мансам из тех же представителей российской власти. Так что к русским людям и к любым другим людям я отношусь нормально. Особенно если это нормальные люди, хорошие люди, то к ним отношение хорошее. Так сейчас большинство чеченцев прислуживают фашистской власти. Ну нет, это неправда. Как может большинство чеченцев прислуживать? Это в принципе технически невозможно. Большинство народа прислушивать так или иначе технически просто не может. Большинство народа может быть сторонниками, то есть поддерживать может чью-то власть, или могут быть ее противниками, но прислуживать ей технически не могут. Большинство не может никак, это сама власть не нуждается в этом прислуживании. Прислуживающие власти – это, как правило, какая-то не меньшая часть этого народа, но которая наделена полномочиями, властью, силой, оружием. Там это вот это бывает часть. Но она всегда в меньшинстве. И так устроен этот мир, что меньшинство всегда управляет большинством. Поэтому нет, конечно, не прислуживает. Прислужниками у нас является вот эта вот небольшая часть, которая для нас ненавистна, которую мы презираем. А большинство народа являются ли они сторонниками, если ты спросишь? Ну, конечно, нет. Большинство как раз-таки являются противниками. И как только настанет тот момент, когда этот народ сможет это показать, это проявить, мы с вами станем свидетелями этого проявления. Иншалла. Тумсо, а если в России, допустим, жили бы только русские, ты бы нас ненавидел всех? Нет, конечно, нет. Все равно там были бы люди нормальные, хорошие, были бы нехорошие. Надо разделять вот это отношение политическое, как отношение к государству, к стране и отношение к людям. Надо это разделять. Галина. Я тебя уважаю, но люблю и симпатизирую Ингушетии. Очень жаль, что ты не любишь своих братьев. Я благодарю тебя, Галина, за то, что ты уважаешь и любишь и симпатизируешь мне. А, точнее, ты уважаешь меня, а любишь симпатизируешь Ингушетии. Но вот то, что твоя оценка, что я не люблю своих братьев, она, наверное, очень неправильная. Я очень люблю своих братьев, где бы они ни были и кем бы они ни были. Какой бы народности они ни относились, я их очень люблю. Но вот должен ли я при этом любить Ингушетию как сегодняшнее образование? Я думаю, что нет, ни я, ни кто из мусульман не обязан любить ни Ингушетию, ни сегодняшнюю Чечню, ни сегодняшнюю Испанию или Португалию. Однако наших братьев ингушей, испанцев, португальцев, чеченцев надо любить, и мы их любим. Галина, я русская, но я... Так желаю, чтобы в войнах и были в единстве. Не ссорьтесь, я за мир. Давайте все жить дружно. Давайте, Галина. Тут, конечно, поддерживаю не только войнах. И почему только войнах? Я за то, чтобы и все кавказцы, и все мусульмане жили дружно в братстве.